Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на подходах и начинаем с южного портала. Подлетаем к нему и вот посмотрим, что здесь нового. Скоро, ну не скоро, может через месяц-полтора, сюда выйдет вторая опалубка, которая сейчас идет в сторону южного портала. Вы все видели видео с тоннеля. И вот немножко я поговорил с людьми. И они сказали, что в тоннеле работало две опалубки. Начинали почти от центра и шли в разные стороны. Ну, с северного портала опалубка уже вышла, она чуть раньше начала работу. Вы ее видели, как ее демонтировали. А вторая опалубка сейчас в тоннеле, которую вы видели. И видео, кстати, 2-3-дневной давности всего лишь. Вторая опалубка идет сейчас в сторону южного портала. Вот такой коленкор, дорогие друзья, технический тоннель. С этой стороны, видите, тут все разобрали. Входные лоточные блоки демонтировали. Ну и давайте посмотрим на здания, которые здесь будут на южной стороне. Здесь и охрана, вот для собачек домик, собачий домик делают. Ну, здесь пункт обогрева для железнодорожников. Ну, много чего там, емкость уже погружают в котлован, скоро отсыпать будут. И идут работы полным ходом. Что интересно, сейчас мы туда дальше пролетим, посмотрим, что там делается. А там делается очень интересное. Долетим мы с вами прям до самого моста, поднимемся немножко наверх и посмотрим красивые кадры. Не переключайтесь, как говорится, будет интересно. Ну и сейчас мы подлетаем с вами к путепроводу, который идет над автомобильной дорогой, двухпутный железнодорожный путепровод. Здесь практически тоже все готово. Вот этот кусочек насыпи доделали. Вот там подвезли плодородного грунта. Видите, откосы делают. Посмотрите, какая красота здесь. Все сделали, облагородили. Ну, любо-дорого посмотреть. И вот этот кусок, какой был перед путепроводом, сейчас отсыпали. Там где-то под ним, под этой насыпью, два перетока. Вон видно их с правой стороны, в углу, в нижнем. Там будет протекать река Джаджава. И здесь вот, видите, экскаватор хлопочет, как говорится. Потихонечку все в пристойный вид здесь приводит. Но здесь еще с этой стороны немножко не в уровень отсыпали насыпи к путепроводу, так как здесь, видите, еще бетон в опалубке стоит. На устойной опоре доделывали еще немножко здесь. А так конус практически сформирован, и совсем чуть-чуть осталось. Вот как бетон схватится по полной программе, разберут опалубку, демонтируют, ну и дело техники, там немножко останется отсыпать в уровень и уплотнить. Перелетаем мы через 214 метров длины путепровода, через дорогу, идущую на мост, подходы. И вот видим мы с вами, что с этой стороны полностью в уровень уже путепровод и насыпь готовы, отсыпаны уже. Уплотнение было произведено. Вот с левой стороны, видите, площадочку рядом с насыпью железнодорожной сделали. Но здесь два варианта. Или здесь будет пост охраны, что скорее всего, потому что с обеих сторон должно быть. И с той стороны тоже самая насыпь была такая же. Ну, я думаю, что, наверное, пост охраны все-таки будет. Тут их небольшая избушка на курьих ножках. Ну вот, посмотрите, убедитесь, что в уровень все здесь. Вот, посмотрите, видите, полез куда-то там вниз. Ну, а так вот все красиво. В принципе, уже можно укладывать рельсошпальную решетку дальше. Вот, не знаю, можно ли пока выходить на путепровод, дано ли добро там. Ну, будем посмотреть. И летим мы с вами дальше. Сейчас вот голову мы поднимем. Обратите внимание, с левой стороны демонтировали рельсошпальную решетку, которая выходила с Керчь Южной и выходила на старую ветку Керчь-Аршинцево. Здесь была стрелка, ее тоже демонтировали. И все собрали. К чему бы это? Ну, я думаю, что пока первое время, но это всего лишь предположение, поезда будут ходить по этой ветке с моста.
Тем более вот в тоннеле еще работает опалубка. Дело это не скорое тоже, бетонирование рубашки. Потому что пока одну захватку сделают, пока бетон схватится, чтобы можно было перегнать опалубку дальше. Поэтому и делали двумя опалубками, начинали делать рубашку тоннеля. Шли они в разные стороны. Так, ну здесь у нас водоотливная канавка, перехватывающая, видите, между двумя откосами, между двумя уступами, вот здесь дорога, и делают перехват, чтобы не вся вода перла вниз, прям туда, вот к насыпи. Потому что если большой ливень, с таких склонов ни один лоток не справится с водоотводом. Поэтому вот делают, может быть, еще и сверху какой-то будет перехват воды. Вот она, насыпь слева, посмотрите, насыпь есть, вернее, рельсо-шпальная решетка разобрана. Хотя по ней частенько ездили в сторону Керчи, вернее. Вот видите, самосвал идет по ней, в сторону Багерова. Ну, пока вот временно, даже эту насыпь, ветку разобрали, Керчь-Аршинцево. Вот здесь вот на сопряжении была стрелка. Я ее вам показал давно, как ее только начали ставить. Самым первым. Ну и вот летим дальше с вами, смотрим, что же здесь. Так что насыпь активно строится, но вот такие вот здесь дела. Давайте посмотрим, что у нас на Керчь-Южный. Перелетаем мы вот этот путепровод железнодорожный Керчь-Аршинцево ветки, которую тоже разобрали немножко. И вот мы залетаем с вами уже ближе к теплотрассе. Посмотрите, сколько песка, какая огромная куча здесь. Ну и что-то вот там разравнивают. Так, ну что у нас здесь? Пункт обогрева мы увидели с вами. И перескакиваем на Керчь-Южную. Там мы посмотрели, вроде ничего. А здесь вот события полным ходом развиваются. Посмотрите, ставят, начали опять ставить, продолжать, вернее, ставить шумзабор. Середина там прозрачная. Вот манипулятором панели устанавливают. С этой стороны кировцы строят, 46-й отряд строят платформу. Вот отсыпают внутрь песком, потом уплотняют, стяжка, арматура вяжется, ну и потом бетонируется. И как мы видели с вами, еще и шлифуется бетон сверху. Потом не знаю, что там будут укладывать сверху еще. Это вот здание тоже, первый этаж почти весь забетонирован, опалубка кое-где еще, правда, стоит. И начали устанавливать опалубку перекрытия. Вот уже где-то фанеру шить начинают. Летим дальше, смотрим. Пешеходный переход. Ну вот, посмотрите еще, вернее, не пешеходный переход, а вот на платформу посмотрим. Заармировали очередной участок. Теперь сдать надо, ну, закончить, наверное, еще надо, сдать технадзору и бетононасосом заливать. Вот первые пассажиры уже ходят, видите, по откосам травку топчут. Вышли к устойной опоре. А здесь, где предполагалась площадка, верхняя площадка для автотранспорта, вот почему-то начинают отгружать грунт, вывозят. Непонятно пока, что, куда, какие задумки. Ну и вот первые пассажиры, видите, ходят уже. Три пассажира. Устойная опора. В принципе, все готово. Можно уже формировать откос здесь. И вот опора прям в зоне платформы. Немножко она ее прихватывает. Здесь вот прям посередине платформы тоже вот армирует. Видите? Уплотнили, стяжечку сделали. Теперь армируют плиту и будут ее потом бетонировать. Здесь блоки ФБС устанавливают. Застали мы все с вами, посмотрите, все виды работ увидели. Так, что у нас здесь? Ну, пешеходный переход, здесь вот половина лестничного спуска сделали,
Ну и пока что-то на этом ограничились. Кто говорил про лифт, еще раз, вот он, шахта лифта будет. Видно здесь ее с другой стороны. С одной стороны лестница, с другой будет лифт. Ну и летим с вами дальше. Вот еще раз давайте посмотрим. И подлетаем мы к вокзалу Керчь Южная. Посмотрите, бетон уже на перекрытии схватился. И первое, вот ближнее к нам крыло, и дальнее уже люди ходят. Но пока, конечно, снизу еще опалубку не монтируют. Время нужно выждать. А так уже начинают заниматься следующим этапом строительства. Работы еще здесь много. Будем отслеживать. И вот застали мы с вами, собственно, что я и говорил чуть ранее. Стоит бетононасос, миксер подошел и сливает бетон в бункер. И подают, бетононасос подает к месту работ бетон. Вот в данный момент бетонируют платформу. Удобно эта штука, бетононасос, может подавать куда угодно. Все, площадочку только подъехал, вот видите. Разложился и вперед из песни. Так, ну и здесь вот небольшой перекур, видите, расселись как воробьи на жердочке на лестницах. Это у нас уже второй пешеходный переход. Здесь будут непосредственно спуски на платформы. Работа тоже здесь идет. Вот этот переходик уже, видите, прям до платформ практически сделали. Ну, конечно, такой затяжной, более пологий он. Но, опять же, с другой стороны, вот, видим мы уже фундамент под лифты забетонирован возле каждой опоры. Ну, здесь еще тоже половину сделали. Здесь половину, вот, три спуска, три лифта будет. Ну, и давайте посмотрим вот теперь с этой стороны на вокзал. Параметры я его уже вам приводил. Кому будет интересно, можете зайти в мою группу ВКонтакте. Там эксклюзивные материалы. Вот Александр Михеев, где-то он по блату, наверное, надыбал всю техническую документацию по вокзалу. И вот у него все это есть. Самый первый он выложил все это. Так что вот не поленитесь, зайдите, кому будет более подробно, более интересно. Здесь вы видите картинку, как в натуре, а там чертежи, как должно быть. И как будет, чуть попозже только. Здесь на платформе начинают устанавливать навесы. Потихонечку, вот уже дуги, видите, лежат. Потихонечку уже готовят. Много сварочных работ здесь. Ну и вот с этой стороны тоже фундамент под навес уже есть. Вот платформа, правда, еще здесь вот этот участок заармирована, но не забетонирована. Ну, как видим, бетононасос на месте. Ну, а вот, собственно говоря, путеукладчик и два пакета рельсошпальной решетки у него. Не те ли это рельсошпальные решетки, которые вот он демонтировал с этого участочка заезда на ветку Керчь-Аршинцево. Ну, много здесь всего. Рельсы наложены еще, уложены. Шпалы. Ну и вот подлетаем мы с вами к шоссе Героев Сталинграда. Красота, да и только, видим, вдалеке работает ВПРС-ка. Вот смотрю я все время на, вот, на путепровод ШГС, у меня много кадров, как его начинали строить, и глазам не верится. Чистое поле было, была дорога вот с этой стороны, а сейчас вон машины летают вовсю. Ну и вот ВПРС-чка, путь отрабатывает Таманского направления. Здесь, в принципе, все уже давно готово. Ну, естественно, вот еще железку здесь отрабатывают, а так, я имею в виду, остальные все строения. Работает несколько ВПРС-ок сейчас, вот одна из них, ну, вот видите, шевелится. Ну, кто не знает, вот дорога идет справа. Вот по этой дороге можно добраться на цементную слободку. Раньше она была так подбита, потом щебеночки подсыпали. Ну и вот уже, может, как
с месяц асфальтной крошкой, я уже это показывал, говорил, проезжал по ней, где-то сдирали асфальт, и вот приходилось в хозяйстве, видите, здесь положили, и ничего, так нормально можно ездить. Правда, уже выбоины появляются, но все лучше, чем было. Я вспоминаю, когда первое время, когда строительство, там по колено грязи было, вот, страшно вспоминать даже. Ну и вот здесь последние аккорды, последние штрихи, что-то вот на насыпи, много людей работают, вот, как раньше говорили, два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Вот видите, ну здесь экскаватор не подогнать, откосики там немножко вот подрихтовать надо. А так, в общем и целом, посмотрите, сколько было грунта переворочено. Вот здесь по положе откосы делали, вот в предыдущих видео можно было видеть. Ну и давайте залетим на мост, посмотрим, что у нас здесь. Вот еще одна ВПРС-ка стоит, тоже таманское направление. Много техники, там вон ЭЛБ работает, вон, видите, вдалеке там, ну, это мы сейчас туда подлетим, еще глянем. Цементная слободка. В шумзабор длиной 480 метров залетаем. Здесь вот меня интересуют вот эти вот с длинными шпалами места, но пока здесь никаких изменений нет. Я уже точно знаю, как будет здесь, ну, всему свое время я вам это все покажу. Ну и вон она, ЭЛБ-4 стоит. Тепловозик тащит ее. И опять приподнимают рельсы, потому что вчера там поработали хоппер-дозаторные вагоны, подсыпали щебеночку. Ну и вот, на этом я заканчиваю. Посмотрите, ветер какой. На этом я заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всего вам хорошего. И до новых встреч, дорогие друзья, в новых роликах.